Дисан. Тебе Дисан. Лучше бы вы взяли крым. Тебе камера вышла. Вышла с ним, Никита. Тебе с ним камера вышла. Тебе Дисан. Дежурный наряд дорожно-патрульной полиции поздно ночью вызвали в одно из городских кафе. Администрация заведения сообщила, что нетрезвая посетительница кафе затеяла скандал. Для свидетельствования девушку доставили в медицинский вытрезвитель. Шымкент қаласы. Нам 750-му экипажу дорожно-патрульной полиции поступило сообщение с пульта «Стрела» о том, что в кафе «Спарта», расположенном по улице Рашидова, одна из посетительниц устроила дебош. Женщина находилась в нетрезвом состоянии, и мы ее доставили в центр временной адаптации и детоксикации для экспертизы. Днем примерно в 2 часа авария произошла на улице Аскарова, недалеко от центра Мустал. Здесь в столкновении пострадали таксомотор «Део Джентри» и автомобиль «Мерседес-Бенц». По словам очевидцев, обе автомашины двигались по улице Аскарова в одном направлении в сторону проспекта Абая. Авария произошла в тот момент, когда такси, двигавшееся впереди, попыталось развернуться, и в него врезался «Мерседес». На место ДТП свидетели происшествия вызвали врачей, которые оказали водителям первую медицинскую помощь. К счастью, в ДТП никто серьезно не пострадал, но автомашинам нанесен материальный ущерб. Кто его возместит, сейчас выясняют дознаватели дорожно-патрульной полиции. Очередное возгорание диспетчеры 101 Тулебийской противопожарной службы зарегистрировали в поселке Каскасо. Там пожар вспыхнул в одном из хранилищ, принадлежащих местному предпринимателю. К прибытию пожарных огнем была охвачена кровля складского помещения площадью 840 квадратных метров и хранившееся в нем сено. В тушении огня приняли участие 5 спецмашин и 21 сотрудник противопожарной службы. На локализацию огня пожарным потребовалось 40 минут. Еще через 2 часа 10 минут пламя было полностью потушено. К счастью, в этом пожаре никто не пострадал. Причины возникновения огня и сумму ущерба сейчас выясняют дознаватели противопожарной службы.